В этот же день Михаил Мишустин и Игорь Руденя провели двустороннюю встречу. В ходе беседы были подведены итоги посещения ключевых тверских производственных площадок, вагоностроительного завода и промышленного технопарка КСК. Также обсуждались перспективы развития особой экономической зоны Завидово. Как отметил премьер-министр, подобная система кооперации, которая была продемонстрирована на крупных тверских предприятиях, является хорошим примером для всей отрасли транспортной промышленности. Также Михаил Мишустин высоко оценил такие проекты нашего региона, как транспорт Верхней Волжи и кластер Волжское море. Игорь Руденев, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра за оказанную поддержку и внимание федеральных властей к Тверскому краю. Мы сохранили полностью рабочие места, сохранили налоговый потенциал. Более того, сегодня мы посещали флагманы наше настроение. Они нам дали рост более 20% вот за этот ковидный период от 2020 предыдущего года. Это тоже очень важно, потому что благодаря правительству Российской Федерации отрасль была загружена, были сохранены рабочие места, выплачивалась заработная плата. Таким образом, мы сохранили социально-экономическую стабильность. Хотел бы сказать, что реализуется ряд программ, которые были вами инициированы, и реализуется интегрированная цифровая трансформация. Мы это, прежде всего, стали делать более активное здравоохранение, создана центральная единая диспетчерская система медицинской помощи.